Всем привет! Сегодня решила снять вот такой вот подготовительный этап к мастер-классу по кофте, который я сейчас снимаю. Кофту я снимаю вот таким вот ярко-розовым цветом, как просила заказчица. Ну а образец я связала из другой пряжи вот таким вот цветом. Итак, для чего я вязала образец? Что просчитать? Какое количество петель мне надо на перед и спинку. По спинке у меня будет платочная вязка, поэтому образец платочной вязки вы вяжете самостоятельно, набираете 20 петель и вяжете платочную вязку. И вот такой вот образец спереда. На переде у меня косы. Итак, я уже вот сколько связала. Это у меня будет вот эта кофта. Я уже начала снимать горловину. Сегодня доснимаю горловину. И надеюсь, что в выходные уже выйдет мастер-класс. Будет вот такая вот кофточка. Меня попросили ее в обтяжечку связать, чтобы она была в обтяжку. Я хотела прибавить на свободное облегание 5 сантиметров, но мне сказали не надо. На спинке вот такая вот платочная вязка. Кос на спинке не будет, будет на рукавах. К этой кофте я буду вязать штанишки. Вот такие цветом. Пряжа у меня карамелька. Я с нее вяжу в две нити сейчас. Спицы 3,5 и номер 4. Не обязательно, конечно, брать точно такую пряжу. Сейчас скажу, у нее метраж 150 грамм. 175 метров, так как я вяжу две нити, значит 100 грамм будет 175 метров. А вы можете взять пряжу 100 грамм 200 метров. Подойдет, например, Alizela на Gold Classic, у нее 100 грамм 240 метров. Или Baby Wool в две нити тоже вполне подойдет. Так что сейчас я покажу, как связать вот такие вот косы. Может, вы начнете раньше меня уже эту кофту вязать. Ну а сейчас мы будем вязать вот такой вот образец с косами. Ну давайте вязать. Итак, вязать я буду вот по этой схеме. Ее я, конечно же, выставлю в своей группе «Контакт». Итак, сейчас образец будет у меня из вот этой косы из 8 петель и из вот этой косы 16 петель. Весь вот этот узор 44 петли. Но это 4, 2 кромы. 4 изнаночные по краям вот здесь от косы. И кромочная. Я хотела сначала образец связать на 44 петли вам показать. А потом думаю, смысл мне вот это вязать. Я взяла вот эту косу из 16 петель. И из 8 петель. С этой стороны, с левой стороны здесь есть 3 изнаночные и будет еще одна кромочная. С этой стороны я добавила еще 2 изнаночные и 1 кромочная. В итоге у меня получилось 34 петли образец. Вот сейчас я буду вязать 34 петли образец. А в видео я показывала вот такую вот схему. Это точно такая же схема. Но просто мне так было удобнее, так как видно, что здесь сначала из центра переплетения, потом в центр. И вот это. Но можно пользоваться, конечно, вот этой схемой. Вот. Итак, набираем 34 петли образец. У меня спицы вот 3,5 миллиметра. Я уже связала резинку 2 на 2. И сейчас мы будем вязать дальше косы. Я кофточку вязала спицами номер 4. Вот она сейчас рядом лежит. Но так как спицы заняты, четверка, я буду вязать 3,5. Мне надо будет вот такая вот спица. И распределяем узор. Так, как бы мне вот так, наверное, положу. И начинаем вязать. Кромочную, конечно же, я снимаю. Потом идут 2 изнаночные. Раз, два. Потом идут вот 8 лицевых. Это коса. Раз, два,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь лицевых, три изнаночных, раз, два, три и 16 лицевых, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Дальше вот у нас остались три изнаночные, раз, два, три и кромочные. Первый ряд провязан. Разворачиваем вязание. Вяжем в обратную сторону. Смотрите, где были с той стороны 3 изнаночные, с изнанки у нас 3 лицевые. Я провязываю их за заднюю стенку. Раз, два, три. 3 изнаночные провязал. Здесь теперь идут 3 лицевых. Здесь идут 16 изнаночных. Коса. Я их провязываю за переднюю стенку, чтоб не было скрещенных петель. Вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 провязала. Дальше идут 3 лицевые за заднюю стенку. Смотрите, вот что петелечка вот так прям открывалась. Видите? Вот. За заднюю стеночку. Видите? Вот сразу видно. Вам кажется большая дырка, но это нормально. 2, 3 лицевые и 8 изнаночных. Раз, два, за переднюю стенку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 лицевые за заднюю стеночку и изнаночные. Все, 2 ряда провязаны. В третьем ряду, смотрите, девочки, у нас будет перехлёст. Итак, провязываем 2 изнаночные за переднюю стеночку. Дальше у нас из центра наружу, вот смотрите обозначение, вот 2 палочки вправо, значит, у нас из центра вправо будет идти. Берем спицу вспомогательную, снимаем 2 лицевые за работой, провязываем 2 лицевые за заднюю стенку от косы. Можно надеть вот так обратно эти 2 петелечки со вспомогательной спицы и также провязать за заднюю стенку 2 лицевые. Следующее переплетение, перехлёст. Снимаем 2 петли перед работой. Провязываем 2 лицевые. Раз, два за заднюю стенку. Надеваем обратно петли и провязываем 2 лицевые, раз, два. Дальше у нас по узору 3 изнаночные за переднюю стенку, раз, два, три. И смотрите, дальше у нас перехлёст в большой косе. Он точно такой же, как вот этот, но мы перекрещиваем 4 на 4 петли. Итак, смотрите. Мы берем вспомогательную спицу и 4 петли снимаем за работой. Вот 2, 3, 4. Сняли за работой. Так, клубок мой тут. За работой. Теперь от косы за заднюю стенку провязываем 4 лицевые. Вот 1, 2, 3,
4, провязали. Берем нашу вспомогательную спицу, проталкиваем вот в начало, провязываем 4 лицевые за заднюю тоже стенку. 1, 2, 3 и 4. Дальше берем, снимаем 4 петли. 1, 2, 3, 4 петли. Перед работой провязываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Лицевые я вяжу за заднюю стенку. И теперь с дополнительной вот этой спицы я провязываю 4 лицевые. Вот 1, 2, 3, 4. Вязать надо слабо. Косы вяжутся слабо, чтобы вы легко переплетали. 3 изнаночные. 1, 2, 3. И кромочная у меня тоже вяжется изнаночной. Провязала. Дальше, смотрите, мы вяжем 3 ряда. Перехлёст, потому что у нас через 3 ряда. Из 8 петель перехлёст через 3 ряда. 1, 2, 3. Ой, не видно. Итак, сейчас. Вот, из 8, где перехлёст через 3 ряда, а здесь через 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, здесь надо провязать сейчас 3 ряда, и будет перехлёст точно такой же. Мы вяжем в обратную сторону 1 ряд. Вот 2 лицевые, 3 лицевые, 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, тут же 16 петель, я и забыла. Здесь у нас 16 петель косажа. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 3 лицевые. 1, 2, 3. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 лицевые и изнаночная. Это мы провязали изнаночная сторона, изнаночный ряд. И сейчас мы по узору провяжем еще 2 ряда. И получится у нас 3 ряда и следующий перехлёст. Итак, провязываем в ту сторону и обратно. Это будет 2 ряда. Итак, 3 ряда вот провязаны, их легко посчитать. Вот 1, 2 и 3. И здесь теперь вот этот перехлёст. Это у нас будет 7 ряд. Мы делаем перехлёст только в косе из 8 петель, из 16 петель перехлёста нет. Мы перехлёст здесь точно такой же у нас, как и был. Итак, 7 ряд мы провязываем 2 изнаночные. Так, дальше у нас 2 петли снимаем за работой. Дальше 2 лицевые. Надеваем обратно. Дальше 2 лицевые. Снимаем перед работой. 2 лицевые. Дальше 2 лицевые. И дальше вяжем по узору 3 изнаночные, 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
и 3 изнаночных. Раз, два, три. И кромочная тоже у меня изнаночная. Все, провязали. Теперь надо нам провязать 3 ряда снова. Смотрите, мы сделали этот перехлёст и вяжем 3 ряда. Раз, два, три. Все, провязываем 3 ряда самостоятельно. Итак, 3 ряда провязала. И теперь у нас следующий перехлёст. Какая тут закономерность? Смотрите, 2 раза из центра, 2 раза в центр. Вот эти 2 ряда, ой, вот мы 10, наверное, рядов провязали. Теперь у нас 11 ряд. Но в этой косе мы меняем перехлёст из центра внутрь. А в этой косе так и остается. С внутренней стороны на внешнюю перехлёст. Итак, провязываем 2 изнаночные. Снимаем 2 петли перед работой. Провязываем 2 лицевые, надеваем обратно вот эти петельки и провязываем 2 лицевые, их же. Дальше 2 петли снимаем за работой и провязываем 2 лицевые. Надеваем обратно вот эти петельки и провязываем их 2 лицевые. Раз, два. Дальше идут 3 изнаночные. Раз, два, три. А здесь перехлёст точно такой же. 4 петли мы снимаем за работой. Вот 4 петли мы снимаем за работой. Вяжем 4 лицевые. Раз, два, 3, 4. Дальше провязываем 4 петли со вспомогательной спицы. 1, 2, 3, 4. Снимаем 4 петли перед работой. 2, 3, 4 и провязываем 4 лицевые от косы. 1, 2, 3, 4. Дальше провязываем 4 петли со вспомогательной спицы. 1, 2, 3, 4, 2, 3 изнаночные. 1, 2, 3 и кромочная. Все, мы сделали перехлёст. Вот смотрите, здесь вот так. А здесь вот такой вот перехлёст. Теперь провязываем снова 3 ряда и будем делать перехлёст снова в этой косе. Итак, 3 ряда провязаны, и сейчас мы будем вязать вот этот вот 15 ряд. Здесь снова перехлёст в центр. Итак, где тут мои спицы? Провязываем 3 изнаночные, 2 изнаночные. И здесь очень хорошо видно, смотрите, один раз перехлёст направо и 2 раза перехлёст налево. Или влево. 2 петли снимаем перед работой, 2 лицевые, надеваем обратно, 2 лицевые, 1, 2, 2 петли снимаем за работой, 2 лицевые, надеваем обратно эти 2 петельки. И вяжем 2 лицевые. Все, перехлёст мы сделали.
В большой косе в этом ряду у нас нет перехлеста, потому что перехлест здесь в большой косе чередуется. И снова мы сейчас довяжем этот ряд, провяжем еще 3 ряда, изнаночный лицевой, изнаночный ряд, и будем делать перехлест в большой косе и в маленькой косе. Итак, самостоятельно провязывайте 3 ряда, и я покажу вам следующий, какой-то у нас там будет 19 ряд. Вот этот 19 ряд. Весь узор у нас состоит из 32 рядов. Раппорт узора, коса, повторять 32 ряда. Итак, провязываем еще 3 ряда. Так, 3 ряда провязаны, и теперь мы будем вязать 19 ряд. Первую снимаю, как всегда, кромочную, 2 изнаночные. Дальше 2 петли снимаем за работой. 2 лицевые, 2 петли надеваем обратно, можно провязать с косы, я вяжу как мне удобно, 2 лицевые, 2 петли снимаем перед работой, 2 лицевые, надеваем обратно эти 2 петелечки. И провязываем 2 лицевые. Раз, два. Дальше у нас идут 3 изнаночные. Раз, два, три. Вот такой вот крестик у нас получился с вами. Итак, следующее переплетение у нас идет в большой косе. Здесь у нас, смотрите, в 19 ряду. И снаружи в центр. Итак, снимаем 4 петли перед работой. Перед работой провязываем 4 лицевые. Раз. Так, раз, два, три, 4. Берем спицу, которую сняли петли. Провязываем 4 лицевые. Раз. 2, 3, 4. Провязали. Теперь 4 петли снимаем за работой. Провязываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Со вспомогательной спицы провязываем 4 лицевые. Раз, два, три, 4. И заканчиваем этот ряд. 3 изнаночные. И кромочная тоже идет изнаночной. Все. Переплетение сделали. Провязываем еще 3 ряда. И будем вязать 23 ряд. Перехлёст только в косе из 8 петель. Итак, провязала 3 ряда, и сейчас мы вяжем 23 ряд. Здесь тоже будет переплетение из центра наружу. Итак, 2 изнаночные, 2 петли снимаем за работой. 2 лицевые, 1, 2, 2 петли надеваем обратно, 2 лицевые, 1, 2, 2 петли снимаем, 2 петли снимаем перед работой, провязываем 2 лицевые, 1, 2, надеваем обратно эти 2 петли. Провязываем их 2 лицевыми. 1, 2.
И дальше заканчиваем ряд по узору. 3 изнаночные, 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 3 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. И потом провязываем еще 3 ряда по узору. И будет у нас вот 27 ряд. Перехлесты будут 8, где 8 петель коса и где 16 петель коса. Так, 3 ряда провязаны и 27 ряд. Перехлесты в 2 косах. Провязываем 2 изнаночных, здесь 2 петли снимаем перед работой, 2 лицевые, обратно возвращаем, 2 лицевые, 1, 2, 2 петли снимаем за работой, 2 лицевые, возвращаем петли, 2 лицевые, 1, 2, 3 изнаночных, 1, 2, 3, дальше 4 петли снимаем перед работой, дальше 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 4 лицевые со вспомогательной спицы. 1, 2, 3 и 4. Дальше 4 петли снимаем за работой. 1, 2, 3, 4. 4 петли провязываем от косы. 1, 2, 3, 4. И теперь 4 петли провязываем со вспомогательной спицы. 1, 2, 3, 4. 3 изнаночных, 1, 2, 3 и изнаночная кромочная. Все. Провязан это у нас 27 ряд. Теперь еще 3 ряда и будет 31 ряд. Провязываем 3 ряда по узору. Последний перехлест в этом рапорте, 31 ряд. 2 изнаночные, 1, 2. 2 петли снимаем перед работой, 2 лицевые, надеваем обратно, 2 лицевые, 2 петли снимаем за работой, 2 лицевые, надеваем обратно, и 2 лицевые. 1, 2. Ну, дальше вяжем по узору. 3 изнаночные, 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 3 изнаночные. Все. Вот такой узор у нас получился. Итак, вот такой образец.
из 32 рядов. И дальше у нас идет снова повтор. Вот, смотрите. Мы должны провязать 31, вот 32 ряда. И потом снова сначала мы начинаем, и этот узор все повторяется. Ну, по-моему, пока довяжете до 31 ряда, вы уже закономерность поймете, что сначала идут перехлесты из центра два раза, потом в центр два раза. И так они продолжаются. И вот такой вот узор. Итак, надо связать вот такой образец. И также надо связать платочной вязкой образец, чтобы просчитать, потому что на спинке у нас будет платочная вязка, а на переде будут косы. Ну, это от кофты, которую я вяжу, образец. Потому что косы очень сильно стягивают. И на косы надо будет прибавлять петли. А сколько прибавлять? Вот для этого мы и связали образец. Я вот связала вот такие вот образцы для моей кофты розовой. Вот я связала по отдельности их и посчитала, сколько петель в каждом образце. Так что, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Потому что скоро на канале выйдет кофта вот с таким вот узором. Но если хотите, можете применить этот узор где-то у себя. Потом еще будут штанишки к этой кофте с лампасиками тоже. Наверное, вот такой лампас я пущу. Еще посмотрим. Так что всем пока-пока!